Объясните мне, где берется эта мусорная информация, что руны надо писать только снизу вверх или сверху вниз. Уже причем два противоположных мнения. Где эта информация вообще на вас плывет? Какие-то без... Это вообще не играет никакой роли. Как вы прописываете какие-то заморочки. То есть людям нечем заняться. Люди вообще на суть не смотрят. Как вы рисуете эти руны? Абсолютно каждый человек будет по-разному. У каждого рисунок рука разная, как почерк у каждого разный. А вот последовательность рун есть, имеет значение. Слева направо этот став пишется, или с середины. Да, есть такое. Это у каждого става по-разному. Какой-то снизу вверх каждая руна пишется, у кого-то к центру, у кого-то от центра. Это кто-то по кругу и так далее и тому подобное. Причем возможны и отступления. Но откуда вот берется? То есть это сидят какие-то тетки, да, и думают, как бы запугать народ, да. И вот давай им рассказывать, что эти руны надо писать все только вверх. И что? Да какая разница, как вы пишете? Важен смысл. Каждый свою буквы пишет в почерке по-разному. Но мы все друг друга понимаем, о чем там написано, да, если это один язык. Если вы не понимаете, что руны вообще никак не связаны ни с цветом фломастера вашего там маркера, не связаны с размером, какие руны, маленькие, большие. Главное, чтобы они читались, были написаны в правильной последовательности, а уже как-то там вы их пишете. И не надо активировать их на теле огнем. Ну что это такое? Как поплевать, что ли, на тело? Что, о чем вообще речь? То есть, если так поверхностно подходить к каждому предмету, то еще луну обязательно к рунам за уши пришьют. Вот если такая каша, говорит, ну как руны вообще будут работать? То есть вместо того, чтобы, грубо говоря, разбирать двигатель, да мы будем там искать сколы на машине, что там, протирать тряпочкой пыль, это не играет никакого там на капоте, да, там, где надо делать одно, люди обращают внимание на совершенно какие-то глупости, они не работают, ничего вам это не даст, как бы вы там снизу вверх не писали или сверху вниз, главное в рунах не это, а ваша мысль, о чем вы думаете, и понимание самого става, как он работает, вот где самое главное. Суть этого всего, а не цвет маркера. Да, именно цвет, блин, от этого цвета все зависит. Ну, конечно. Какая глупость. Я поражаюсь. Да хоть черным, хоть... Откройте хоть один человек, глядя на эту безумную тетку, которая мелит вот там что-то про цвет маркера или про то, что... как-то только снизу вверх. Вы хоть один человек прочитали? Эдды, вы прочитали или нет? Так прочитайте. Хватит слушать этих сумасшедших теток. Честное слово.